Город Салават присоединился к республиканской акции «Недели экологических дел». Сотрудники администрации и депутаты партии «Единая Россия» вышли на субботник, чтобы привести в порядок прибрежную зону реки Белой и собрать мусор, оставленный отдыхающими. Субботники, проводимые в период с апреля месяца, их уже более 30. Мы проводим еженедельно эти субботники, как на прибрежных зонах, так и внутри города. Ищем, смотрим, где же наиболее у нас загрязненные есть территории, где требуется уборка там, так как и от поросли, так и от мусора. Участники экологической акции отмечают, что прибрежная зона реки Белой на всех людных участках выглядит плачевно. Обертки, бутылки, мешки, грязные тряпки и прочий мусор – все это дело рук человека, устраивающего стихийную свалку у себя под носом. Хочется обратиться, конечно, и к гражданам города Салават, кто отдыхает на прибрежных территориях, чтобы за собой, конечно, мусор убирали. Здесь он 5-10-летней давности, конечно, валяется. Но есть свежий мусор, и все полторашки, бутылки, все это валяется. Ну вот удалось сегодня собрать несколько мешков этого мусора. Хотя бы эта территория, но останется чистой. Кроме летних, проводятся также городские осенние субботники. Как правило, уборка в это время предполагает очистку улиц и прибрежных зон от опавшей листвы. Но ближайшая уборка запланирована уже на этой неделе и будет проводиться в районе лицея номер 1 по улице Ленина. Татьяна Степанцова, Радмир Загидулин, телекомпания «Салават».